Завтра выпускники пройдут очередной этап ЕГЭ. В 10 утра они получат конверты с заданиями по информатике, биологии и истории. Эти предметы не входят в список обязательных. Экзамены по ним школьники сдают по выбору. Итак, в этом году биологию в ноябрьске будут сдавать 167 человек, информатику 108 и 145 историю. Результаты ЕГЭ по этим предметам станут известны ориентировочно 10 июня. А 3 июня школьникам предстоит сдать еще один предмет. Он обязательный для всех – это математика. Кстати, сегодня в российской газете появилась информация о том, что одним из авторов публикации в интернете ответов на вопросы ЕГЭ по русскому языку, которые выпускники школ сдавали 27 мая, может быть школьница из Владивостока. Надо сказать, в краевом центре Приморья зарегистрированы два неприятных эпизода. Юноша, попытавшийся воспользоваться мобильным телефоном, был выдворен с экзамена, а девушка, написав работу, потом разместила в сети бланки с ответом.